Всем привет! С вами снова Бьюти Бабушка, и сегодня я познакомлю вас со своей осенней уходовой линией за возрастной кожей. По устоявшейся традиции сначала буквально два слова о том, чего же я жду от осенней уходовой рутины. Задавать себе такой вопрос очень полезно. Он избавляет от необходимости покупать всевозможные баночки и бутыльки, которые нам не нужны. Итак, от возрастного ухода я жду. Первое. Это заживление тех микротравм, травм и прочих неприятностей, которые доставило моей коже это жаркое лето. Второе. Как бы мы ни старались, за лето мы все равно нагуливаем какую-то новую пигментацию. Поэтому в осеннем уходе я хочу от нее избавиться. И третий момент. Осенью все-таки уже немножко прохладнее, я могу позволить себе более насыщенные текстуры и более питательные и целебные антивозрастные средства. Для всего вышеперечисленного, я думаю, как нельзя лучше подходит линия от моего самого любимого корейского люксового бренда Sum 37. Это линия с орхидеей и с керамидой. Я заказала для осенней рутины вот такой лимитированный набор. И вот так эта красота выглядит. Но об этом наборе я рассказывала в одном из своих видео с распаковкой. Вы можете перейти по ссылке и посмотреть, что в него входит, что в нем есть. Сейчас же я сосредоточусь полностью на моей осенней уходовой линейке. Сначала буквально два слова об этой линии с керамидами и с орхидеей. Керамиды – это всегда об улучшении упругости и эластичности кожи. Линия волшебная. Кроме того, что она имеет воздушные, нежные консистенции, над этой линией потрудились на славу парфюмеры. Аромат совершенно волшебный. Это осенний шиповник, зрелый, красивый. После только что прошедшего дождя этот нежный аромат. Я уже рассказывала в одном из своих видео, но на всякий случай повторюсь, я настолько сошла с ума от ароматов этой линии, что я поставила перед собой задачу найти себе такие духи. И, вы не поверите, они нашлись. Нашлись они на официальном сайте торгового дома Hermès. Ну, такие духи, сейчас вы видите их название на экране. Они больше всего похожи на отдушки этой косметической линии. Кстати, относительно ароматов, если вам интересно, то я могу сделать небольшое видео-обзор о моих любимых ароматах, о моей любимой парфюмерии. Напишите, пожалуйста, в комментариях, будет ли вам интересно узнать, чем пахнут бьюти-бабушки. Как-то двояко прозвучало, да? Вы не доходите? Но я надеюсь, что мои зрители поняли, что я имею в виду. Если вы хотите видео о парфюмерии, обязательно его для вас сделаю. Начнем с утренней рутины красоты. Для очищения кожи на утро я припасла два средства. Первое из них – это одно из самых моих любимых средств для умывания утром, которое я заказывала уже очень много лет, и мои постоянные зрители уже в нескольких моих уходовых рутинах это средство видели. Это мыло от корейского люксового бренда The History of Wu. На волшебных травяных настоях. Безумно его люблю. Этот аромат с утра задает настроение на целый день. Несколько раз в неделю я заменяю мыло на энзимную пудру для умывания. Это средство от корейского космецевтического, известного очень бренда Medipil. И пудру эту можно использовать на каждый день. Но я очень люблю это мыльце, совершенно не хочу убирать его из своей рутины. Кроме того, для возрастной кожи вполне достаточно 2-3 умываний в неделю с энзимной пенкой. Это и пилинг, это и отличное очищение кожи. И в одном из моих недавних видео о средствах от Medipil я рассказываю и о нем. Можете заглянуть в это видео и узнать об этом средстве все более подробно. Следующая ступень после умывания – это тонер. Тонер в корейской многоступенчатой уходовой системе
увлажняет кожу, балансирует ее после умывания и готовит ее уже к следующим активным средствам. Этот тонер имеет совершенно волшебный аромат и нежную легкую консистенцию. После тонера я использую интенсивную ампулу. В этом наборе сыворотки, эссенции или ампулы не было, но я не стала расстраиваться, потому что уже давно припасла на осень ампулу с плацентой. Это очень активное, сильное, интенсивное антивозрастное средство. Я уже немножечко его протестировала, мне понравилось, как оно работает, и я думаю, что осенью для восстановления поврежденной ультрафиолетом кожи возрастной оно подойдет как нельзя лучше. Дальше идет сыворотка для кожи вокруг глаз. И тут я снова не стала изобретать велосипед и перетащила эту сыворотку в осеннюю рутину из летней. Это отличное увлажняющее средство от корейского люксового бренда SUM37 из его линии Waterful. Это увлажняющая интенсивная линия. Сыворотка снабжена отличным, очень удобным массажером, который улучшает эффект от нее. Так что я решила, что лучше это враг хорошего, и оставила эту сыворотку и на ось. Эмульсия из линии с керамидами – это нежное косметическое молочко. Эмульсия доувлажняет кожу, кроме того, если ампула липкая у кого-то, интенсивная, насыщенная, она немножечко ее разбавляет и делает финиш на коже более приятным. После эмульсии идет уже крем. Днем я использую крем из этой же линии с керамидами. Вечером у меня крем другой, но об этом немножечко позже. Очень приятный, нежный, бархатистый крем, который подрабатывает по совместительству праймером. Если на коже нет каких-то сильных изъянов, которые нужно закрывать, то этот крем можно использовать и без праймера. Прямо на него наносить санскрин, а затем косметику. Крем для кожи вокруг глаз. Его я тоже решила перетащить из своей летней уходовой рутины в осеннюю по двум причинам. Во-первых, он мне очень нравится. И мне очень хочется попробовать использовать его долго, чтобы посмотреть, какой же эффект он даст при длительном, регулярном, ежедневном, двухразовом использовании. Потому что то, что я вижу пока, это очень хороший результат. Он замечательно разглаживает мелкие морщинки под глазами, явно подтягивает мешки, то есть какой-то лифтинговый у него есть эффект. Крем из убойной антивозрастной линии, в котором нечему не работать. Здесь 3 запатентованных ингредиента, здесь целые лаборатории над этим всем трудились. И вторая причина, почему я его не хочу менять, посмотрите. Он даже не начал заканчиваться за весь летний сезон. Это огромная банка, лимитированное издание. Кстати, очень красивое. Кто еще не видел мое видео об этом лимитированном издании «Дебютантка», очень рекомендую это видео посмотреть. Это взрыв красоты, самый настоящий. Это произведение искусства, это работа ювелиров. Потрясающая совершенно баночка в огромном объеме. Поэтому она благополучно переползает со мной в ось. После крема я наношу санскрин. Так как эту уходовую линию я буду использовать ранней осенью, в начале августа, у нас это уже осень, то санскрин все еще будет обязательно нужен. Я не использую санскрин круглогодично, потому что у нас север, у нас нет такого количества солнечных излучений. Я просто смотрю по приложению в телефоне и, исходя из него, наношу санскрин, либо нет. Но я припасла для осени замечательный санскрин. Это карандаш стик от того же люксового бренда SUM37. Вот такая розовая нежнятина. Как он пахнет! Здесь и апельсинки, и грейпфрукты, немножечко лимона, но это ни в коем случае не химическое, это дорогие вкусные духи, потрясающие. Мне очень нравится этот санскрин, его легко распределять, и чем я еще очень в нем довольна, такие стики дают возможность одновременно сделать и массаж лица. Кроме того, такой санскрин удобно носить в сумочке и очень удобно и гигиенично обновлять им солнцезащиту в течение дня. Мы никуда не лезем пальцами, мы не выдавливаем ничего из тюбика. Все очень аккуратно, красиво нанесли
закрыли, все счастливы, все довольны, у всех есть солнцезащита. Если днем я куда-то собираюсь, то в качестве тональной основы использую такой уходовый BB-крем от The History of Wu. Это антивозрастной BB-крем, который обеспечивает отличный уход за возрастной кожей с омолаживающими, увлажняющими, укрепляющими кожу ингредиентами. И мне он очень осенью нравится. Дальше пудра, тоже от корейского люксового бренда The History of Wu. Я очень люблю декоративную косметику от этого бренда, потому что она несет в себе светоотражающие частички, которые блюрят возрастную кожу, скрадывают всевозможные мелкие морщинки, недостатки, покраснения, и кожа выглядит намного более молодой, ухоженной и сияющей изнутри. Вечерняя рутина. Так как я использую санскрины, то вечером я их и смываю вот таким средством, которое выпустил совсем недавно, это новинка, корейский люксовый бренд Ахви в линии санскринов. Это потрясающе богатая, разнообразная линия, в которой есть санскрины для возрастной кожи, для кожи с пигментацией, санскрин-праймер, санскрин для проблемной кожи, который маскирует какие-то пятнышки, красные сосудики. И в этой линии вышло теперь и средство для очищения санскринов. И можно убирать также и косметику, конечно же, но они очень хорошо очищают санскрины, и это большое дело, потому что полезных санскринов и безопасных санскринов до сих пор нет, и в ближайшем обозримом будущем не предвидится. Их надо очень тщательно убирать с кожи, для того, чтобы те неприятности с кожей, которые санскрины могут доставлять, были бы оправданы тем, что они дают защиту от солнца. Замечательное средство, уже протестировала, очень им довольна. Очень советую. Для девушек из жарких стран, где круглый год светит солнышко, это средство, наверное, вообще может стать очень хорошим дружочком. Дальше в моей рутине повторяется тот же тонер с той же ампулой. Эмульсия и средства для кожи вокруг глаз я использую те же, что и утром. А вот на месте крема вечером в команде происходит замена. Я использую крем из той же линии, что и ампула. Это крем с плацентой. Интенсивное антивозрастное средство, не для малявиц, как я говорю, для очень возрастной кожи. И я использую его на вечер, для того, чтобы пока я сплю, моя кожа молодела и набиралась сил. Замечательная линия, не бюджетная, но я думаю, что стоит каждой своей копеечки. В самое ближайшее время я запланировала сделать также видео о своих дополнительных осенних средствах по уходу за кожей. Но одна девушка очень меня попросила в осенний уход, в основной, включить информацию о том, какой я буду использовать пилинг. Она хочет сделать заказ, для нее это очень важно. Поэтому в это видео попадает сейчас пилинг. Это новинка, вышедшая этим летом, тот же корейский люксовый бренд Sun 37. И пилинг выпустили в линии Time Energy. Это линия, которая взбадривает, энергизирует кожу, улучшает в ней кровообращение. Замечательная линия. Этот пилинг – это что-то на грани добра и зла. Это что-то совершенно нереальное. У него настолько нежная, приятная консистенция. Это для тактильных маньяков выпустили такое средство. Его просто не хочется выпускать из рук. Пилинг-скатка. В нем содержится биоцеллюлоза, которая скатывает отмершие клеточки кожи. Но перед этим все, что положили в этот вкусный, замечательный состав, все это кожу отмачивает. И мы уже самой скаткой снимаем только то, что нужно. Деликатный, отличный, замечательный пилинг. После него кожа гладкая, в ней все исчезает. Очень довольна этой новинкой. Очень советую для возрастной кожи. Ну, такое сегодня получилось видео. Я очень надеюсь, что оно было для вас интересным, информативным и что вы обязательно узнали для себя что-нибудь новенькое. Большое спасибо всем, кто сегодня случайно или умышленно оказался на моем канале, и до следующего раза. Всем пока!